шальные, кувыркнешься с этих лыж и пойдешь ко дну, как мышь. О, но бегемот не кувыркнется, нет, словно пуля он несется, выдает высокий класс, так что радуется глаз. Попробуем на этой. Па-па-ра-бу-ди-би-ду. Песенка бегемота. Па-па-ра-бу-ди-би-ду. Лыжи — это просто клёво, это лучше, чем батут. Пусть попробует корова, а? Пусть попробует верблюд. Стоит им лишь покачаться на волне, и оп-ля-ля, упали. Так на лыжах могут мчаться, так на лыжах могут мчаться. Только я. Разбежались сразу рыбы, даже кит спасает плод. Это чтобы не смогли бы лыжи брюха пропороть. Волны под ногой дробятся, и завиваюсь, как змея. Так на лыжах могут мчаться, так на лыжах могут мчаться, могут мчаться. Но вы понимаете, только я. Па-па-ра-бу-ди-би-ду, па-па-ра-бу-ди-би-да. Па-па-ра-бу-ди-би-ду, па-па-ра-бу-ди-би-ду. Скорость, скорость, скорость. Ух, какая скорость. На одной ноге он скачет, от восторга зритель плачет. Делает двойной прыжок, и у всех от страха шок. Сальто крутит он тройное, он взлетает на трамплин. Слыша крики, что такое? Что за смелый господин? Неужели как он мчится? Он же может простудиться. Да он бы дает высокий класс, так что радуется глаз. А он восьмое чудо света, настоящий летчик ас. Но навстречу вдруг торпеда. 300 километров в час. Это ж надо так случиться. Прямо бегемотом мчится и нацелена в живот. И она уже вот-вот, песенка торпеды. Секундочку. Я ужасная торпеда, я торпеда, высший класс. Там, где я, всегда победа. Атас, атас! И пускай мне все не рады, бью не в бровь, а прямо в глаз. И нигде мне нет преграды. Атас, атас! Незнакомы торпеды и беды, у торпеды одни победы. Я любого, кто бы ни был он, победю. Нет, побеждю. Как правильно? Обыграю, ведь я чемпион. Хорошо по морю мчаться, море лучшее из трасс. Успевай лишь уклоняться. Атас, атас! Распугала всех и снова я лечу уже на вас. Я вас всех взорвать готова. Атас, атас! Незнакомым торпеде бед, у торпеды одни победы. Я любого, кто б ни был, он победю. Нет, язык сломаешь. Как правильно? Победю. В общем, обыграю, ведь я чемпион! Чемпион! Он в волнении и тревоге. Аплодисменты, правда, не слышал. Спасибо. Вот теперь я понимаю, что надо собраться. Он в волнении и тревоге, бегемот, ей кричит: уйди с дороги! А торпеда ему: врешь! Сам сейчас с пути свернешь! Все, кто мне навстречу мчатся, знаешь, как меня боятся. Крики, вопли издают, дыбом волосы встают. Моя бабушка торпеда, и торпеда моя мать. И училась я у деда в
бегемотов попадать. Бегемот в ответ торпеде: знаем, знаем, сказки эти. А вот мой знакомый крокодил, тот торпеду победил. И ничего с ним не случилось, только челюсть повредил. Он теперь протезы носит, букву «Ч» не произносит. Вместо слова «чик-чирик» говорит он «фиг-фиг-фиг-фиг». Ну, а в целом жив-здоров. Отходи без лишних слов, а не то придется туго. Мы ведь врежемся друг в друга. Развиваю скорость света. Понеслись по глади вод. Бегемотная торпеда и торпедный бегемот. И раздался мощный взрыв, все вокруг преобразив. В небе тонны водной пыли, кто на дне бежали, всплыли. Свинки, хрюкнув, завизжали, крабы задом побежали. Раки, те наоборот, дружно бросились вперед. Черти в рот воды набрали, выдры всем им все наврали. Среди двух подводных скал кит спасения отыскал. А какой-то там осьминог не сумел найти двух ног. Пересчитывал раз 20, то их 7, а то 12. Одна старенькая щука от неслыханного звука, оглушительного бух, обрела свой острый слух. Все теперь прекрасно слышит, только вот беда, не дышит. Лишь бесстрашные коньки сразу встали на коньки и умчались на волне, как на сказочном коне. Неприглядная картина. Глина, водоросли, тина. Этот самый взрыв тротил в море все перемутил. Да, тяжелая работа — не сворачивать с пути. От торпеда бегемота даже лыжи не найти. Только щепочка, волна, вы тоже не помните. Пена и волна, только щепочка одна. Тут проснулся бегемот. А, я живой, живой, я вот, я большой и неуклюжий. Тут потолще, тут поуже, я на лыжах не люблю. Я в такое время сплю. А вот вы, кто любит лыжи, учитесь вы на них потише. А увидите торпеду, в бой не рвитесь лобовой. Верьте моему совету, лучше спрячьтесь под водой. Больше воздуха берите, подольше там сидите. А когда она промчится, можно снова появиться. Только полный дуралей бьет торпеду меж бровей. Все. Да, дело в том, что тут очень много детей. У меня все-таки программа не детская, поэтому я как-то... Точно детям интересно. Интересно взрослым, но не интересно детям, и наоборот, да. А вы попробуйте. Да, да. Нет, дело в том, что ведь возрастной цель. Дети бывают от 2 лет, бывает и 5. Запугающе совершенно. Я понимаю, да. Ну давайте тогда... Я сейчас играю сначала просто композицию, одну чисто для гитары. Там будет 3 мелодии или 3 песни. Две песни. А потом мы с Олегом вместе сыграем что-нибудь ритмическое. Ну, ритмическое дело, где ты, я думаю. Ну, сейчас. Ну, что делать? Выглядите. Дети испугались и разбежались все. Сейчас, когда все усядется, трясется, когда все уже так начнется. Да. Просто мне частенько приходится давать концерты, обычно вот с детьми всегда садятся на первые ключи. Очень тяжело. Ну, ладно, давай начинай. Итак, хорошо. Значит, давайте тогда композиция, она будет состоять из 3 романсов. Первый романс посвящается Георгию Свиридову, Свиридову, нашему замечательному отечественному композитору. Это всем известный романс из кинофильма «Метель». Да, все, все, ребят, давайте прекращаем. Да, извините, да, потому что мы просто не сможем работать. Тем более, что это для вас. Да. Затем прозвучит песня на стихи Марины Цветаевой, это из посвящения Пастернаку. Вот, музыку написала Ольга Кузнецова, московская поэтесса. Потом еще один романс, всем хорошо известный романс, это в инструментальном исполнении Алексея Рыбникова из «Юнона и Агусь», я тебя никогда не забуду. Потом еще одна песня Марины Цветаевой,
из посвящения к блоку. Называется она «У меня в Москве». И закончит эту композицию романс, посвященный Андрею Петрову. А напоследок я скажу. Но я постараюсь выжимать как можно больше звука. В принципе, акустика неплохая тут. Версты мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели, по двум разным концам земли. Расстояние версты дали нас расклили, распаяли две руки, развели, распяв, и не знали, что это сплав. Вдохновение сухожилий не рассорили, рассорили, расслоили стена даров, расселили нас, как орлов. Заговорщиков версты долин не расстроили, растеряли по трущобам земных широт, рассовали нас, как сирот. Который уж, ну который март, разбили нас, как колоду карт. Расстояние версты мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели, по двум разным концам земли. В Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят, у них царицы спят и цари. Не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарей в Кремле я молюсь тебе до зари. И проходишь ты над своей Невой, от упорка к над рекой Москвой. Я стою с опущенной головой, и слепаются фонари.
Всей бессонницей я тебя люблю, всей бессонницей я тебе внимаю, а то по руках по всему Кремлю просыпаются звонари. Но моя река да с твоей рекой, но моя рука да с твоей рукой, не сойдутся радость моя, доколе не догонит заря зари. Но моя река да с твоей рекой, но моя рука да с твоей рукой, не сойдутся радость моя, доколе не догонит заря зари. Купола горят, у меня в Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят и цари. И не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарей в Кремле, я молюсь тебе до зари. Thank you.